Представители более чем 40 регионов России приняли участие в состязаниях по авиамодельному классу. Здесь ученики конструкторских школ и домов юных техников. Химки представляют воспитанники «Интеграла», который и является организатором турнира. Дом юного техника ежегодно проводит такие соревнования. Они посвящены памяти конструкторов Глушко, Грушина и Лавочкина. Мы знакомим наших химчан с выдающимися людьми. Ну и надеемся, что эти ребята научатся у нас этому авиамоделизму, научатся крутить гайки, делать самолеты, рисовать чертежи. Ну и впоследствии придут на наше предприятие городского округа Химка. Соревнования проходят в классе модели воздушного боя. За отведенные 4 минуты соперники должны отрезать как можно больше лоскутков от привязанной к хвосту самолета ленты. Каждой моделью тянется ленточка длиной 2,5 метра. Соперники рубят кусочки этой ленточки. Чем больше кусочков отрубил, тем лучше. Неважно, какой длины кусочек, 10 сантиметров или метр. Стоимость ему 100 очков. Сам «Интеграл» на соревнованиях представляют сразу 3 команды. Одна из них – команда Рамиля Гареева. Парень пришел в дом юного техника в 9 лет. Сейчас ему 18, он уже кандидат в мастера спорта. В прошлом году он принял участие в чемпионате мира во Франции, где занял 2-е место. Говорит, сам авиамодельный спорт привлек возможностью всестороннего развития. Он совмещает в себе очень много качеств. То есть надо и быть спортивным телосложением, уметь работать руками, хорошо считать и быстро реагировать на всякие операции, действия. В дальнейшем парень планирует связать свою судьбу с авиацией. Причем, как признается Рамиль, ему не важно, будет он конструктором или пилотом. Главное – самолеты. А с этих соревнований он намерен уйти лишь победителем.